Ён у войска пайшоў сам, то па кліканню сэрца ён яшчэ хацеў стаць прафесійным ваенным. Хацеў стаць афіцэрам. Ён пераканаўся, што беларускае войска яно станецца сапраўды беларускім і прафесійным войскам толькі ва ўмовах дэмакратыі і нацыянальнай беларускай дзяржавы. Эдуард Лобаў найперш ён баец. Ён не так давно далучыўся да маладога фронту, да грамадскага руху. Гэта чалавек, который марыў стаць вайскоўцам, который захоўваў у сабе такую годнасць, вайсковую сапраўдную годнасць і гонар. Ён разумеў, што гэта такое, і разумеў, якім коштам гэта даецца. После разговора с Дашкевичем он сказал, что он идет молодой сын. Он не верил в выборы, что они пройдут. Он уже понимал. И он мне говорил, что после выборов меня, наверное, посадят. И я как бы так это воспринимала, его пессимизм не очень серьезно. Но когда я прочитала, что задержали Дашкевича сначала, вышла публикация, я уже поняла, что, скорее всего, Эдик тоже там. Знаю, что он сейчас находится в Жодино, в тюрьме, что его уже ознакомили с делом и что в ближайшее время состоится суд. Но я вот пришла поддержать тех, кто за заключение, кто незаслуженно. Одень форму, представьте, как одень положено, форму. Документы представьте. Оденьте сюда. Форму. Вы нагрели, потеряли совесть, законность. Отойдите. Не стыдно? Отойдите. Вы позор белорусского народа, а не полковники все. Я требую освобождения находящихся политзаключенных. Они до сих пор в тюрьме, они сидят ни за что. Николай Садкевич, Дашкевич. Лава! Свободу им! Свободу! 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 Все. Ты что, камера новая? Ну, як правило, складывается так, что люди моцные, яны только умацовываются у таких выпробываний. Безумовно, бы все зразумели, приняли, да помогли, калі б ён вырашыў сдаться. Но ён не вырашыў и не хоча, потому что это пытание его армейской такой войсковой годности. 18 декабря у нас будет 2 года. Он своих позиций не поменял. Прошение о помиловании он не писал. Писать не собирается. Я как была на приеме у нунция папы Римского, делился впечатлениями, как посещение Эдика. Он увидел в нем стержень, и ничего не изменилось. Он хочет добиться, чтобы жизнь на родине была свободной и счастливой.